Вон. Пошли. Пошли поможем. Кого? Авария перевернулась машина. Где? Мама, сиди в машине. Живая? Да. Господи. А ты? Или мне плохо? Все. Пиздец. Илюха, мне вернуло. Сейчас, сейчас. Живые, да, только что-то это. Господи. Все целы, ничего, нормально. Пристегнуто было, все? Да, мне только вот здесь плохо. Да, мне тоже. Ох. Надо было. Ебаный дурак, блядь. Смотри, живой, хоть бухой. Блядь, у меня на видеокамере записано, отдать бы, блядь. Блять. Фу, блять. У нас записано все. Ух, нихуя себе, бля. Пиздец. Да что ж такое-то, на Антон, ну что это за купчина ёбаная? Ебаный в рот, блядь! Блядь! В рот мента, блядь!
обошли. Что ты делаешь? Гений, сука! На мотоцикле? Да! Два дебила. Два дебила, это сила, блядь, да. Все стоят. Поток стоит, они, блядь, едут, пидорасы. Слышишь? Зитка есть моя срочная? Дай мужику. Парень! Мужик, подойди сюда. Возьми визитку, у меня регистратор есть, да, я записал все. Встает женщина, мы что об этом будем делать? Обсудим вот эти вместе с вами после 10 вечера, а также поговорим с юристами, какие перспективы. Ёб твою мать! С нашим американским сапкором всем известно, что в США с отношениями мужчины и женщины очень строго, там даже пальто не подашь. Твою мать! Ёбаный ты козёл, блядь, а!
красоты. Садись. Садись. Десятки, сука! Справа рядом, блядь! И показывают! Твою мать! Мама! Бегом! Звоните в эту! Скорую!